квартет «Анима» Донецк и лауреат международных конкурсов, руководитель коллектива Борис Миранчук. В программе выступления будут исполнены композиции признанного классика 20 века, основателя танго нуэво, аргентинского композитора Астора Пьяццоллы, которого на родине называют «Великий Астор», и его ученика, последователя, друга, крупнейшего музыканта современности, французского джазового аккордеониста Ришара Гальяно, основателя стиля «Гюмюзе». Наряду с классикой жанра вашему вниманию будут представлены композиции Юрия Пешкова, ленинградского композитора, аккордеониста, аранжировщика и педагога, и создателя джаз-квартета «Анима», автора Бориса Миранчука. Приветствуйте! Ришар Гальяно, танго для Клод.
сейчас для вас прозвучат авторские композиции Бориса Миранчука, концертная румба, кричащая тишина, и радоваться и грустить. Thank you.
Thank you.
разговор и вместе навсегда. Авторские композиции Бориса Миранчука. Thank you.
Thank you.
Следующая композиция Бориса Миранчука – концертная самба, а также «Мы любим тебя» Пьяццолла и композиция Астора Пьяццоллы «Забвение». Thank you.
Бориса Миранчука «Ночной огонь».